Специалисты отрасли обсудили проблемы законодательного и нормативного обеспечения виноделия, в частности, новый ГОСТ и последствия, которым привело его использование. Вино, сделанное с нарушениями, бывает проходит по новому стандарту, а хороший продукт получает отрицательную оценку. Причиной этому могут быть географические особенности региона, где выращивают виноград, купаж сортов. Специалисты сделали вывод, что стандарт необходимо доработать. Это было изложено в итоговой резолюции. Я думаю, что мы в резолюции изложим решение круглого стола, обращение, обратиться к соответствующим структурам по корректировке этого ГОСТа с правильными формулировками. Может быть, что-то изъять, может что-то поправить, это скажут специалисты. Но единственное, всем понятно, что допускать его правоприменение в существующей редакции и невозможно, и губительно для отрасли. Добавим, Краснодарский край занимает первое место по объемам производства вина среди всех субъектов России. На Кубани работает 40 винодельческих предприятий. Площадь виноградников составляет почти 27 тысяч гектаров. Это примерно треть от всех российских площадей.